Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Мне кажется, что основная проблема здесь в вашем чувстве вины. Основная трудность в вашем чувстве вины перед мужем, потому что у него получается надавить на вас, у него получается надавить на ваше чувство вины, сказать, что вот, я без тебя никуда не хожу, и, соответственно, ты не должна. То есть это вот такая... По факту получается манипулятивно, тактика, вот, когда человек принуждает, по сути, другого делать то, что тот не хочет. У вас фактически принуждение, оно, можно сказать, что взаимно, вот. В том смысле, что вы, друг друга пытаетесь принудить к чему-то. То есть он, ваш муж, не одинок в этом плане. Вот, и, соответственно, чувство вины – это то, что очень сильно мешает вам, вот, и, соответственно, необходимо как раз-таки спросить себя о том, как вот, например, я реагирую на тот факт, что муж, допустим, говорит, что он без меня никуда не ходит. Вот. Как я на это реагирую? Именно я, как именно я на это реагирую. Вот. Это крайне важная история. Это крайне такой важный момент. Я бы сказал. И, соответственно, уже от него, от этого момента, вы могли бы, в принципе, отталкиваться, да? То есть вы могли бы уже от вот этого чувства смотреть. Что мешает вам действовать по-своему? Потому что, ну, понятно, что он с моральной точки зрения. То, что ваш муж вас не поддерживает, это не очень хорошо. Потому что он наверняка знал, что вы активны, что вы не можете сидеть дома и прочее. Но это работает и в другую сторону, по отношению к нему. Что вы
тоже знали, какой он человек и теперь получается, что вы рассчитываете его изменить. Ну, если это так, если вы правда рассчитываете человека изменить, то можете, к сожалению, потерпеть на этом поприще серьезную неудачу, потому что человек меняться может не захотеть. И вообще говоря, это его право, то есть право человека не меняться, вот, право человека не действовать так, как, например, вам хочется. Действовать так, как хочет он сам. Вот. Другое дело, что вы описываете элементы такие, к сожалению, вы описываете элементы созависимости, когда вот, по сути, поведение человека, да, вот, ну, я имею в виду поведение, мужчина. Вот. Достаточно сильно влияет на вас. И, соответственно, из-за этого вы не можете там сделать сами того, что вам хочется. Вот. Ну, на мой взгляд, это очень серьезная проблема, потому что это демонстрирует вашу неуверенность в себе, это демонстрирует то, что вы не сомневайтесь в себе и так далее. Вот. К сожалению, большом. Вот. Поэтому тут необходимо смотреть на то, как вас задевает история с мужем. Тут, ну, он говорит, что типа, ну, я без тебя никуда не хожу. Да, ну хорошо, он без вас не ходит никуда. И что дальше? Тут, ну, не ходит, да. Это его выбор. В общем и целом не ходить с вами. Точнее, не ходить без вас. Вот. Причем здесь вы. То есть это вот создает такое ощущение, да, что вы не совсем, может быть, доверяете другу. Вот. Это какая штука. Так что здесь нужно очень грамотно садиться, да, и грамотно, ну, смотреть на ситуацию, вот, чтобы не навредить, там, допустим, себе, да, и мужу не навредить, и чтобы отношения не испортились, и в то же время, чтобы, ну, более-менее все у вас было в порядке. А сейчас вы находитесь в достаточно безвыходной ситуации. Вот, потому что у вас нет выхода из этого, мужа по понятным причинам не переделать.
Вот. А сами что делать, вы не знаете. И, честно говоря, в этой ситуации, да, в ситуации, в которой вы оказались, действительно нет выхода, если принимать во внимание только какие-то вот, ну, такие беспроигрышные моменты, да, то есть если вот мы говорим именно про беспроигрышность, если мы говорим именно про то, чтобы абсолютно без потерь, да, поступить в эту ситуацию, с этой точки зрения не получится, потому что, ну, совершенно очевидно, да, муж будет недоволен в любом случае. Вот. Я бы здесь рекомендовал вам почитать в интернете про игру Дано, психологическая игра. Вот. Психологическая игра, да, но. Вот. Там достаточно подробно. Показывает то, что вы вот сейчас на данный момент делаете, вот, то как вы, ну, себя ведете, вот, и, соответственно, то, что вы находитесь в какой-то степени, к сожалению, да, в позиции жертвы. Вот. И ничего хорошего, в общем-то, ничего хорошего в этом для вас нет и быть не может. Но все это можно, в принципе, подкорректировать при вашем желании, да, то есть все можно исправить, если, например, поработать с вашей самооценкой, допустим, ну хотя бы как вариант. Вот. И, соответственно, уже тогда можно будет о чем-то говорить. Вот. Такая вот история, такой я могу дать вам ответ, то есть здесь вот ключевой момент в том, что вы чувствуете вину в этой ситуации, но ощущаете вину и, соответственно, у мужа есть возможность вами, скажем так, манипулировать. Вот от чувства вины или от страха, если это страх, можно избавиться, конечно же, и тогда все будет хорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!